Дара рашта уа аталас шо гуардала, урстула тула уа арчеджи карнапы и кургылан, ирпылон ханухет в программах имя хоцу зиги. Ай тула крухент кара, курбирах корыла и вича на зал. Урстула твямша с гуатара, ера и кунху, а милатку зигирзы и гуадуруб. Ханухет в программах ацаган апсны урстулы ргимон корына гзарала. Урастунатпе федерация амш, зигрейха и ходу ахюнткарат нуха курхабхят залуб. Яра азку патула а суверенитет аща кургура. У баски урастунатпе турых хантазпе айта палагамта яма дуб. Ар ямша хатыра запснин хо урастула уаречка араку ар координация пидгылайчна кайта нуха. В этом году исполняется 30 лет с того момента, как указом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина день принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня был объявлен государственным праздником. С 1998 года он называется именно так – День России. Ахул позъялах он урстула пьяхапщика от коллективку артист Шейхубаски ТПМ Пяфюхойче. Эйз из Гуахуарыла и Рцидырюан Хакуглараква. Уиргучтна хуан хафю рыцисхозги ыгын. Урстула амшха гытбала, ртула амша с гуатара бзиры бойт, да сурыкала кикурачагаху пацкуме пургуйт, шухероб кошероб хамши рымна хаанза, а хюнткара тубирах ртула яхафир шеруа и убарту бзихинджира. Апсны урстула патуша курдзу, хан рапшуана рага ешка за нагаги. Поздравляю вас с этим действительно великим праздником нашей Родины. Хочется много о ней сказать, но мы все взрослые люди. Не буду читать лекцию, просто вот эта мощь, вот эта сила, которая чувствуется нами от самого слова «Россия», от того, когда мы представляем, что это за цивилизация. Вот это, вот эту посыл и эту силу хочется вам передать. Анухет программа ахопшира за имя хоцы зиги у баскел шара рыман урыспыла апштыра куазырпшуа, а фото цырга куцагар барбепш. Налыч хендерия пхагуаста парлия апсотили хопшира.